Всем привет! И это очередное видео с нашим котом. Держи кота, лови скорее. Лови кота, отходи. Иди сюда. А то он сейчас это... Кота держи, опа. Не знаю. Чё, кот, страшно? Мотиков испугался, бедняга. Ой. Бывает. Капец, он меня чуть не царапал, походу. Все, все, кот. Успокойся. Да уж, хорошо, что мы его схватили. А то он так бы из меня просто пытался выбраться из моих. Надо немного волосы стрясти. Да уж, а он... А он... Чё, веточку? Чего не можешь себе найти место? Коты же бывают, жуют особо. Ну куда тебя черти понесли, Мейсон? Жует все подряд. Мейсон, ты не травоядный. Ты хищник. Смотри, все подряд грызет. Ну да. Все надо попробовать на вкус. Вдруг что вкусное, да? Да уж. Этот, мне его надо схватить, а то он весь туда... Хотя тут... Да, нормально? Отсюда. Хотя, иди сюда. На, держи. Снимай. Масюш, пошли дальше. Нам тут некогда ждать, когда ты пожрешь каждую травку. А, есть. Не хочется на время. Вась. Не, он реально что ли все подряд. Он все подряд жует. Ну а че удивляться-то? Я все не могу найти, где есть, что его надо будет. Да вон с той стороны надо, со стороны дороги его забрать и все. Че-то опять что ли что едет? Не похоже, а по мне вроде как едет. Все Котей, ну ты там наелся ли, Мейсон? А, Мейсон? У нас кот не только химик, но и биолог. Да. Или как их, ботаник, вот. Кот-ботаник. Какой? Мотоцикл едет. Не его схватить? Конечно. Иди сюда с ним. Все правильно. Тут был побег из Шоушенга. Он сегодня сидел на плече, но видно понял, что надо сидеть. А то все пытался куда-то убежать, слезть. Так, это что? Самолет или назад что-то едет? Фиг знает. Ладно, не столь важно. Мы уже практически дошли до места, поэтому нам осталось чуть-чуть. Но все-таки умный кот. Мы ему сказали, убежишь в лесу, тут жрать нечего. Придется одному, с голода помрешь. И сразу как миленький сидит. Да, даже очень подозрительно. Мейсон, не расскажешь о себе? Откуда знаешь человеческий язык? Так, ну что у нас, сзади никого. Ну что, кот, вот мы и пришли к столу. Или может все-таки дойдем до той постройки? Грызет все подряд. Ну-ка. Не, все, не хуй. А, не его. Да вот отсюда его еще. Реально грызет все подряд. Грызет.
Ну, интересно, так сказать. Ну да. Мейсон, как это? Круто, да? Грызть палку в лесу. Да ему просто интересно, так сказать. Мейсон. Он хоть и лапы может потрогать, Мейсон, но все равно. Пошли дальше. Нам надо к постройке. Пойдем, кот. Если никак не поймет, что надо делать. Так сказать, вроде бы одно, а тут надо другое. Полезал. Котяр. Котяра. Мейсон. Сразу хобот. Полезли. Дальше. Пошли дальше, кот. Деревья упали. Придется входить. Видно. Сейчас не время слазить, иди. Поэтому нам не. Вон там обойдет. Опа. Ты снимаешь? Угу. Что-то они как-то по-странному тут жгут. Каждый раз костер в новом месте. Посмотри. Ну да, вот раз место. Второе. Тут еще одно. И что же он вообще вон там? Иначе они недавно тут были. Спрыгивай. Давай, прыгай на стол. Оба. Заснял. Да. Мне кажется, он так и на лавочку может спрыгнуть. Что-то у них и чайников нету. Че, может, у них вообще все чайники? Забрали, хочется? Забрали, да. Нет, висит один чайник. Ну что, останавливаемся здесь? Наверное, да. Ну тогда все. Что там? С той стороны посмотри. На крышу эту. Кс-кс-кс. Мейсон. А, Мейсон. У меня только яйца его видно с этой стороны. Ну как, по той крыше. Котеич, ты как там? Мейсон. Не знаю, куда податься, где же иголки. Ну да. А иголки пользуются. Котяра! Кс-кс-кс. Мейсон, а как мы тебя... Да он сам слезет. Он нашел в себе занятие по душе, это веточка. Да. Его любимое занятие погрызть будет. Мейсюха! Котяра! Смотри, интересно стало, а боится зайти. Да уж. Смотрите, он похож лоб, что-то. Так понятно, он же не идиот. Нет, не пошел. Да ему ничего не будет. Даже не переживай. Нормально. Здесь очень низко. Для кота это очень низко. Это же не пятый этаж. Вот он наш. Да. Самолазик. Кот Мейсон. Тихо, он нос обожгет, убери. Мейсон, как там? Вот это я понимаю.
Мейсон. А как мы его оттуда снимать будем, если он не слезет? Да слезет он. Ну да. Он же кот, а не идиот. Ну чё, котяр? Вкусная ёлочка, Мейсон. Так, вот, блин, на сосну лезть не надо. Солидно. Да уж. Мейсон, как там, удобно на этой палочке? Не очень, да? Еще и надо поиграть, да, Мейсон? С этой же палочкой. Обязательно нужно поиграть. Что? Мне так удобно. Не, я просто. Мейсон, как там дела? Кот. Ну как, у него нормально. О, походу пролезать собрался. И кот. Сможет ли? Да он сейчас так же по крыше скатится, ну, как тот раз, и все. Только в ту сторону похоже. Нет, он пока что поедет. Теперь ты здесь, с этой стороны, кот. Мейсон. А, Мейсон? Слезать думаешь оттуда? Но он, видишь, уже мечется, значит, думает. Он сейчас так же спрыгнет, только я думаю в эту сторону. Где он? Он туда это и он теперь и эту грызет, да? Да. Там теперь погрыз. Надо погрызть там. Там еще не грыз. Ну что, кот? Мейсон, слезай. А то мы чаю хотим попить. Нам некогда за тобой бегать тут, смотреть. Сорик что-то пытается слезть как будто. Мейсон. Ай, ну я. Да он сейчас так же и слезет. Оп. Котяр. Рядом в камеру. Да. Все, кот, пошли пить чай. Все, пришел. Ну ты чего, кот, ну ты же наш. Иди сюда. Да. Пойдемте пить чай. Где он там? Да вот он. Смотри, убегает. Смотри, убегает. Смотри, как дома сидит. Ну а чё, он уже место прочухал. Мейсон. Мы домой. Нам Котя. Мы тебя тут не будем оставлять. Да. Ты же не хочешь жить в лесу, Мейсон? Котя. Да? Да. Здесь глюпенький. Глюпый Котя. Иногда совсем дебил. Все, собираемся. Да. Пока он не начал брыкаться. Все вы могли видеть эту постройку, когда я снимал прошлый год видео во время так называемой самоизоляции. Если еще в нашем случае можно было гулять, у нас здесь, как говорится, колхоз, анархия. Что там сказали где-то в Стольном Граде, всем все равно. Поэтому более, я не знаю даже как назвать, активные жители нашего города дома не сидели. Но на тот момент было, город словно вымер. Мне тогда испортили настроение всем этим. Я ходил в основном только в леса и в магазины. Но я гулял по Владимиру. У меня есть видео, его можно посмотреть